От этих людей зависит не только успех предприятия, но и будущее края. Так считают организаторы конкурса «Директор года». Первый раз он прошел в 2003 году при поддержке правительства региона и Союза промышленников Алтайского края. Многие участвуют в конкурсе ежегодно, каждый раз демонстрируя новые достижения. Аплодисменты первым победителям! Критерии оценки – это динамика по увеличению объемов производства по отношению к прошлому году, это рост заработной платы обязательно, средней заработной платы в коллективе и увеличение оплаты налогов во все виды бюджетов. Всего в этом году в оргкомитет поступило более 180 заявок от руководителей алтайских предприятий, но только 30 лучшим удалось получить почетное звание «Директор года». Как признаются участники, самой главной победой является победа над самим собой. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком.